Москва, начало Старого Арбата, воскресенье, какое там сегодня число. В общем, стоит ОМОН, стоит вот здесь, и они, насколько я понял, патрулируют Старый Арбат, потому что бессрочка здесь вот типа схода такого устраивает. Но я признаюсь вам честно, друзья, я по порядкам вчера измотался, у меня все-таки реальная дыра в башке есть. По крышам прыгать и по улицам бегать от мужеложцев — это не очень-то веселое занятие, и я притомился. Давайте лучше поговорим о Павле Дурове, этом прекрасном, очень талантливом математике, который стал олигархом, создал сеть ВКонтакте, а потом сбежал в Америку и сделал Телеграм. Или куда он там сбежал, да неважно. Смотрите, фишка в чем. Вот я сейчас смотрю, бессрочка, как пытается организовать свои протесты. И получается очень плохо. Никакой координации нету. Очень много провокаторов в этом телеграм-канале, потому что все зашифрованы. И в итоге получается, вот как вчера получилось, людей стали рассеивать группами. Одни провокаторы писали: нам надо бежать туда, другие: нам надо бежать сюда. И в итоге произошло рассеивание. И в бессрочке уже пишут: эх, нам не хватает политики, вот зачем политики. Вот зачем, друзья, и политики, и все остальное. А теперь пришло новое время, каждый из вас должен стать политиком. Ну, под этим я имею в виду просто начать жить с открытым лицом и говорить то, что думаешь. Без экстремизма, без дебилизма, по-умному. Но пришла пора немного повзрослеть. Только дети, бандиты и маньяки напяливают на себя маски. Вот сейчас бессрочка, я полагаю, должна извлечь уроки из этого. Я считаю, что вы должны быть абсолютно прозрачны и открыты. Вот так же, как я действую с открытым лицом. Понимаете, политику, да, может быть страшно, и вот он один, и ему телохранители нужны. И вы говорите: а кто же защитит меня? Да, никто, кроме таких же, как вы и я. Все вместе мы сила, порознь мы никто. А маска – это инструмент разделения, поверьте. Анонимность – это инструмент разделения. Они просто играют с вами простейшими ГБшными методами. И вот анонимность, вот это бегство Павла Дурова и Телеграм, который они якобы не могут читать и не могут в него внедрять своих агентов анонимно, да? Ребята, только открытость, с открытыми лицами. В масках добрые дела не делают. С вами я, Захарыч Блаженный. На камеру мне уже рублей 800 перевели добрые люди. Спасибо, еще немного не хватает. Извините, поэтому снимаю, как получается. Пока, друзья.